В Подмосковье вводится единый региональный регистр льготников. Мера позволит избежать перебоев в обеспечении лекарствами льготных категорий граждан. Регистр льготников формирует лечебные учреждения региона по распоряжению Министерства здравоохранения Московской области. Такую работу сейчас проводит и Видновская районная клиническая больница. В регистр заносятся сведения о так называемых региональных льготниках – пациентов без группы инвалидности. Это пациенты, да, с социально значимыми заболеваниями. Это может быть сахарный диабет, онкологические заболевания, ревматоидный артрит, бронхиальная астма. На данный момент в Ленинском городском округе проживает около 4000 таких льготников. Для включения в регистр им необходимо в ближайшее время принести в 307 кабинет взрослой поликлиники копию документов. Паспорт, страница 3-4. Следующая страница – прописка. И следующая за пропиской страница. То есть она будет пустая, но ее нужно будет тоже принести. Копия снился. Оперативное внесение данных в регистр позволит своевременно обеспечить бесплатными лекарствами льготные категории граждан и сформировать плановые заявки на следующий год.